Приветствую вас, друзья. Это ваш персональный гид Али. Ну, как вы знаете, что я сегодня уже лечу в Индию. Из Питера у меня рейс в Москву, потом из Москвы у меня в Дели, да, вылет. Так, еще раз вы увидите. И в данный момент там какая ситуация. У кого требует по прилету ПЦР-тест сдавать, а у кого не требует. Вообще с собой то надо, и до вылета в Индию надо также еще заполнить форму ЕРСОВИДА, и там все эти данные ПЦР-теста, вакцинации и так далее. Все надо выложить в формате PDF. Так, давайте еще раз я вам покажу на этом видео, что на самом деле, какая ситуация и что надо делать. До встречи. Вот, ребята, только что вот вошли в аэропорт Дели. Вот смотрите, отсюда все вот идут дальше на паспортный контроль. И раньше именно на этом месте останавливали, чтобы сдавать анализы на ПЦР-тест. Теперь не останавливает никого. Вот смотрите, где останавливали. То те, которые думают, что будет по прилету, не переживайте, не беспокойтесь, теперь выбор только 2% выбирает, а так нас не выбрали. Вот, ребята, смотрите, теперь мы собираемся отсюда выходить. Ну, сначала будет навигация, паспортный контроль, и потом мы выйдем из внутри аэропорта. Но хотел вам показать, что кого просят здесь, чтобы сдавать ПЦР-тест. Вот, именно здесь теперь просят, чтобы сдавать ПЦР-тест. Так, друзья, я уже прошел паспортный контроль. И теперь забираю свой чемодан. Еще раз, если вы хотите, чтобы вам не пришлось по прилету сдавать ПЦР-тест, тогда как до вылета мы заполняем форму ЕРСОВИДА. Там вам лучше выложить сертификат вакцинации. ПЦР-тест с отрицательным результатом. Если вы ПЦР-тест с отрицательным результатом и сертификат вакцинации выкладываете на форму ЕРСОВИДА, то вам не придется здесь сдавать ПЦР-тест. Потому что сейчас они, выборочно 2% людей просят, чтобы сдавать ПЦР-тест. Но если вы хотите, да, чтобы это тоже вы уже прошли, то лучше ПЦР-тест и сертификат вакцинации выложить сразу в форму ЕРСОВИДА.